Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 28 и 29 августа Меркурий выходит из ретроградного движения. Наступает время высоких вибраций. 28 августа Меркурий завершает свое ретроградное движение и переходит в знак Весов, вызывая значительный сдвиг в космических энергиях и в том, как мы взаимодействуем с окружающим миром. Это транзит больше, чем просто астрологическое движение. Это возможность получить доступ к высоким вибрациям, способствующим внутреннему исцелению. Как этот астральный момент может повлиять на жизнь и как максимально эффективно использовать эту энергию. Ясность и освобождение. Наступает важный переход, когда путаницы, задержки, связанные с ретроградностью, начинают рассеиваться, давая возможность переориентироваться и положить конец проблемам, которые сдерживали прогресс. Это идеальное время для завершения незаконченных проектов, устранения недоразумений и принятия важных решений. Поскольку Меркурий возобновляет прямое движение, ожидаются благоприятные энергии для планирования и реализации, восстановления естественного общения и новых мыслей. Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с замешательством, с задержками, но как только этот период закончится, мы сможем почувствовать волну ясности и освобождения. Выход из ретроградного состояния приносит успокоение психической энергии, позволяя лучше работать со своими намерениями и наводить порядок в мыслях и общении. Гармония и баланс. С 29 августа Венера, планета любви, гармонии отношений, будет светить в знаке Весов, создавая в жизни людей равновесие и красоту. Весы – знак зодиака, связанный с балансом, справедливостью, партнерством, что делает транзит Венеры через этот знак особенно благоприятным для любых отношений. Энергия этого периода будет способствовать дипломатии, взаимопониманию и стремлению создавать гармоничные связи с окружающими. Венера в Весах подчеркивает необходимость сохранения мира и гармонии в отношениях, приносит желание разрешать конфликты и находить компромиссные решения. Это хорошее время, чтобы поработать над взаимоотношениями, прояснить недоразумения и восстановить мир и любовь с любимыми людьми. Это влияние также может стимулировать интерес к искусству, красоте и эстетике, побуждая наслаждаться прекрасными вещами в жизни и ценить детали. В этом контексте Венера в Весах призывает нас лучше осознавать важность здоровых отношений, подчеркивая необходимость развивать взаимное уважение и сотрудничество. Это также может вдохновить нас на более быть открытыми в поисках любви, оказывать поддержку и проявлять нежность. Этот период может оказаться особенно благоприятным для тех, кто хочет начать новые отношения или укрепить существующие связи. Освобождение высоких вибраций для внутреннего исцеления. Когда Меркурий выходит из ретроградного состояния, а Венера входит в Весы, можно легко получить доступ к высоким вибрациям, которые поддерживают внутреннее исцеление. И этот астральный момент идеально подходит для размышлений о наполненности всех сфер нашей жизни и внесении позитивных изменений в нужные из них. Есть несколько способов использовать данную энергию. Практикуйте медитацию, визуализацию. Используйте это время, чтобы лучше взаимодействовать со своим внутренним «я». Медитация и визуализация могут помочь вам освободиться от старых эмоциональных блокировок и создать пространство для перемен и радости в вашей жизни. Выражайте четкие намерения. Воспользуйтесь ясностью, которую принесет Меркурий, и провозгласите намерения относительно того, чего вы хотите достичь в предстоящий период. Сосредоточьтесь на своих целях и создайте план их достижения. Улучшайте общение. Используйте влияние Весов, чтобы улучшить общение с окружающими. Подходите к разговорам с открытостью и сочувствием, ища решения, которые принесут пользу всем участвующим сторонам. Проанализируйте взаимоотношения. Подумайте о важных связях с людьми в вашей жизни и проанализируйте, гармонируют ли они с вашими ценностями. Внесите необходимые изменения, чтобы создать более счастливые и приносящие удовлетворение отношения. Сделайте практики исцеления души и тела. Это прекрасное время для начала ведения эмоционального дневника или посещения психологических консультаций. Также создайте для себя умиротворяющую атмосферу в целях укрепления нервной системы. Посетите солевую комнату или массажный салон. Эти практики помогут убрать отрицательную энергию и укрепят ваше чувство благополучия. Создайте пространство радости в доме.
Превратите свою квартиру в доброе, приносящее удовлетворение место. Добавьте элементы, которые приносят вам радость и расслабление. Например, растения, свечи, картины. Также вам могут понадобиться ароматические дополнения, чтобы каждый уголок дома благоухал по-своему. Оцените свои достижения. Признайте и отпразднуйте прогресс, достигнутый за этот период. Даже маленькие победы способствуют внутреннему исцелению и укреплению уверенности в себе. Транзит ретроградного Меркурия, период Венеры в Весах – это особая возможность обрести баланс и гармонию в своей жизни. Используя эту яркую энергию, вы сможете снять старые блокировки, улучшить общение и укрепить семейные отношения. И этот астральный момент побуждает вносить позитивные изменения в окружающее пространство и создавать нечто новое в своей жизни. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы начать новую главу в своем душевном и эмоциональном путешествии. Также с сегодняшнего дня открывается парад планет, который значительно изменит жизнь каждого человека. Что этот день вообще принесет? Какие тайны нам откроет Вселенная и что готовит парад планет? Мистика парада планет. Что принесет этот день? 28 августа – день, который обещает изменить многое в нашей жизни. Это самое потрясающее событие – парад планет. Но что на самом деле скрывается за этим явлением? Магия планет и изменения. Это редкий волшебный момент, когда несколько планет выстраиваются в один ряд. И это идет знак перемен. Но какие испытания или открытия ждут нас? Если вы хотите обнаружить скрытые силы, преобразовать свою судьбу, то попробуйте интересную практику. В течение всего дня пропишите те желания, которые вы хотите, чтобы исполнились в скором времени. Далее возьмите свой листок. Уберите на ночь под подушку. Когда будете убирать, то скажите: «При свете звезд и тени луны пусть мои желания исполнятся. Скорость ветра слова мои уносит, силой планет соединяя воедино. Энергия парада открывает мне тайны и дороги». Вот говорим один раз. Все. Оставляем так листочек на сутки. Через сутки этот листочек мы просто сжигаем. Пепел пускаем по ветру. И все. Вот именно в самый роковой момент ваши желания обязательно будут исполнены. Будьте готовы к сюрпризам. В такой особенный день возможности и перспективы становятся ближе. Следите за событиями. Будьте открыты новому. Не забывайте, что, изменив свое мышление, вы измените и свое будущее. Обязательно сегодня вдохновитесь энергией Вселенной и узнайте, что приготовил для вас космос.